Всем известный китайский сайт дарит нам немало классных гаджетов, но на какие из них обратить свое внимание, прямо сейчас узнаем от Дмитрия Старостенко. Почти треть своей жизни мы проводим во сне. Частенько не досыпаем, жалуемся на бессонницу. На этом моменте обычно входит Елена Малышева, но вместо этого лучше расскажу о самых интригующих гаджетах сонного назначения. Поехали! Надежным проводником в царство неги выступает прохладная подушка. Конечно, в 30-градусную жару этот эффект сохраняется ненадолго, и приходится то и дело ее переворачивать прохладной стороной. А чтобы эта процедура не отнимала драгоценные минуты сна, ученые разработали систему умного охлаждения. Ее главным элементом является мягкая вкладка. Та располагается поверх обычной подушки и корректирует температуру наволочки. А делается это довольно оригинальным способом. Внутри вкладыш представляет собой целый лабиринт мелких трубок, по которым циркулирует вода с заданного градуса. Между нами тает лед. Жидкость поступает через шланг. Он соединяет подушку с небольшой помпой на тумбочке. Перед отправкой ко сну в гаджет закачивается охлажденная вода. А когда подходит время просыпаться, температура автоматически повышается. Это подавляет сонливость, и поэтому проснувшийся чувствует себя огурчиком. По умолчанию степень охлаждения и нагрева высчитывается автоматически, но при желании ее можно определять самому через мобильное приложение. Разработчики заверяют, бурная работа помпы проходит практически бесшумно, а устройство не просто руководит подачей воды, но и способно учитывать микроклимат в комнате. Такой вот домашний водяной. А следующая хитроумная выдумка из страны восходящего солнца. Желая обмануть бессонницу, терзающую тысячи людей по всему миру, там разработали специальный гаджет. Тот формирует в спальне максимально благоприятную среду для отдыха. Во-первых, испускает мягкий рассеянный свет. На выбор два снотворных режима – имитация луны и пламени свечи. Во-вторых, проигрывает успокаивающие природные звуки. В общей сложности 32 варианта. И в-третьих, выделяет расслабляющий аромат. Тут вам и лавандовый, и хвойный эфир, масло герани, лемонграсс и другие приятные слова. Тем самым стимулируется одновременно слух, зрение и обоняние. А мозговая и мышечная активность при этом плавно снижается. Ну вот, теперь зевать точно не потянет, а то все про сон и сон. Лампа, кстати, весит всего 0,5 килограмма и довольно компактна. Режим звучания пользователь подбирает самостоятельно. Помимо релаксации для успокоения нервной системы, внедрена и концентрация. Та, наоборот, помогает сосредоточиться. Ну а следующее устройство погрузит вас в атмосферу тотальной темноты. Ты думаешь, что темнота твой союзник? Простите, опять за старое. В общем, система не только обманывает мозг, но и оценивает качество сна за счет разнообразных датчиков. Например, когда отдых был особенно беспокойным, какие факторы стали раздражителями, типа освещения в спальне, шума с улицы и так далее. И в итоге гаджет вносит полезные коррективы. Так он регулирует подачу света. В маску встроены мелкие светодиоды, которые постепенно меняют яркость в зависимости от ритма дыхания. При засыпании тускнеют, а ближе к подъему свечение, наоборот, становится более ярким. Такие условия гарантируют естественное пробуждение без лишней нервозности из-за будильника. Дай поспать! Также система может убаюкать звуками. Еще один бонус для здоровья. Маска при помощи инфракрасного излучения усиливает кровообращение вокруг глаз и тем самым улучшает состояние кожи. Добрых вам снов, а если вы на работе, обязательно найдите хотя бы 15 минут, чтобы как следует вздремнуть. Говорят, это повышает продуктивность. Спокойной ночи и пока-пока.